Молодые, амбициозные и, конечно, веселые и находчивые, в областной столице состоялся второй четвертьфинал официальной лиги Международного союза КВН «Самара». Ну, наконец-то на речку выбрались! Так, девчонки, нарезаем салатики, вы ставите палатки. Саня, ставь мангал, только аккуратно, можно порезаться, а потом купаться пойдем! Отставить комфортный отдых! Денек морозный. О-о-о-о-о! Мужик, ты что творишь? Спокойно, молодежь, вон там в кустиках 4 кирпичика, подложите нормально разожжете. Кстати, забыл представиться, дядя Митя. Но друзья зовут меня никуда, поэтому я живу за Волгой. В игре приняли участие 7 команд. Вариант «Дракона», «Волга», «Странные люди», «Хищники», «Вива Маджента», «Дива», «Клевер». Участники по традиции представляют разные учебные заведения. Каждая команда со своим специфическим чувством юмора. У нас достаточно специфический юмор, который подойдет для многих, но его еще надо осознать. У нас есть человек с палкой, с очень интересным тембром голоса, который приносит необыкновенную атмосферу в зал и вызывает улыбки у большинства зрителей. Пока одни делают ставку на оригинальность, другие, наоборот, стараются быть ближе к народу, то есть к зрителю. Это больше прикольно, больше узнаваемые вещи какие-то для народа, нежели какие-то математические там формулы написания шуток. А вот удивить беспристрастное жюри непросто, участникам пришлось постараться. Нас уже удивляет 62 года клуб «Веселых и находчивых», в частности здесь, в Самаре. У нас мощнейшее движение на территории всей страны. Вот, сегодня 7 команд, четвертьфинал второй из 3. Вот, и команды из Самарской области, из Башкортостана. Вот, поэтому у нас великолепная теплая атмосфера, дружелюбный зритель. Первое место в этой игре заняла команда «Вариант Дракона» Самара, набрав 9,8 баллов. Второе – «Волга». Самарский государственный социально-педагогический университет – 9,6 балла. И замыкает тройку победителей «Странные люди». Самарский университет – 9,5 баллов. А у нас еще кое-что есть. Ну идите, готовьтесь. Заключительная игра четвертьфинала состоится в Самаре 7 июня. Игры лиги проходят при поддержке правительства Самарской области и администрации города. Светлана Кудрявцева, Сергей Кизоркин, Константин Головин. События.